супруг подал на политическое убежище. А вот сколько ждать воссоединения с семьей, которая, видимо, осталась в стране, из которой просят вот асайлум? Если муж или жена остались и дети до 21 года, значит, их можно воссоединить в течение года, но после получения положительного результата тем, кто подал на статус беженца. К сожалению, сегодня из-за того, что такая большая очередь ожидания, мы не знаем, через сколько лет человек сможет воссоединить семью. То есть если ждать где-то от 2 до 4 лет собеседования, если оно прошло успешно, и через 2 недели после собеседования человек получил положительный результат, а после положительного результата человек обязан подать на воссоединение в течение 2 лет, иначе он должен ждать получения грин-карты, и там другая совсем очередь. И после того, как он подал на воссоединение с женой или мужем и детьми до 21 года, занимает около года, и члены семьи приезжают со статусом беженца тоже. Причем члены семьи не должны доказывать, что они тоже беженцы. Они просто имеют право воссоединиться с семьей, точно так же, как если бы они просто находились в Штатах, и кто-то один из семьи подал на статус беженца, а семья получила бы автоматически вместе с ними такой статус. Если дети после 21 года, старше 21 года, остались за пределами Америки, их можно воссоединить только, когда человек уже получил грин-карту, если эти дети не женаты и не замужем. А если они женаты или замужем, тогда нужно ждать гражданства их родителей, только тогда их можно воссоединить.